Свежий номер Одинцовской недели уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Миграционный учет. В округе ужесточают контроль за иностранными работниками. Надоевшие снегопады. Как избежать штрафа за автопреграду для коммунальщиков? На скорую руку. О первой помощи при ожогах и аллергии рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог. Читатели недели коллекционируют деньги, кактусы и мини-транспорт. Мы поинтересовались, какие интересные предметы собирают жители города. Коллекционирование – это хобби, это развитие по-любому. Да, коллекционировали открытки в детстве, вазы. Значки. Значки, да. Вазочки до сих пор у меня вот есть коллекционирование, поэтому, да, положительно. Я раньше коллекционировал скрипышей и собирал 69 штук. Сейчас собираю только деньги. В детстве это были вкладыши от жвачек. Потому что я выросла в советское время, жвачек мало было, поэтому мы собирали все, что это касается этой темы. Фантики в наше детство. Больше чего еще не было такого особого. Сами все делали, фантазировали в земле. Букеты составляли, накрывали этим стеклом, и вот потом ходили друг к другу, и все. Монеты, например, я собираю. Потом куколки маленькие, вот, симпатичные. Ну, игрушки мягкие было время, собирала, как все. Десять километров истории. Малоизвестные факты знаменитого Красногорского шоссе. Свежий номер Одинцовской недели можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!